На базе детского сада номер 26 «Родничок» состоялся финал муниципального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года 2024». Он проводится с целью создания возможностей для самореализации и раскрытия творческого потенциала педагогов и поддержки инновационного движения работников дошкольных образовательных учреждений. Участницы конкурса на протяжении 3 дней демонстрировали жюри и гостям свою работу, в которой рассказали о своей деятельности и достигнутых успехах в этой области. Они подготовили лучшие номера, рассказали о методиках воспитания и продемонстрировали новые способы занятий с детьми. Для того, чтобы выбрать лучшего из них, было приглашено компетентное жюри и декан факультета дошкольного образования ДГПУ имени Расула Гамзатова Замира Магомедова, заместитель управления образования города Каспийска Радмила Гаджиева, заведующая кафедрой психологии и педагогии дошкольного образования ДГПУ имени Расула Гамзатова Марина Абдурахманова и многие другие. К практической части также были привлечены жюри. На их примере воспитатели показали, как методики и тактики будут работать на детях. В завершении мероприятия был выбран лучший воспитатель текущего года. Заслуженное первое место заняла воспитательница детского сада номер 29 Елена Логачева. Она получила денежный приз в размере 20 тысяч рублей. Теперь девушке предстоит представить город на республиканском уровне. Отметим, что денежные призы также получили участницы, занявшие 2-е и 3-е места.